ту информацию, которую можно будет получить в рамках деятельности лаборатории, она будет как такого практичного содержания, то есть туда действительно можно будет приходить и получать консультации, так и исследовательские функции будут в себе нести. Они действительно будут... Нижний Новгород и наш регион, мы же всегда в хорошем смысле слова имеем претензию на такой серьезный не только общероссийский, но и мировой уровень. Так вот, именно одной из задач этой лаборатории будет как раз добиться тех результатов, которые действительно послужат признанию и получат признание, в том числе на мировом уровне. Мы договорились о том, что каждый вуз выделяет свою научную команду, каждый вуз выделяет свое научное оборудование. И с нашей стороны создание условий, чтобы все эти команды смогли вместе работать в одном пространстве, на одном этаже, в едином комплексе зданий, который является не только научным, но и клиническим, куда будут приходить уже к нашим докторам пациенты, как дети, так и взрослые, за психологической помощью. И когда мы будем понимать, что необходимы еще и аппаратные методы исследования, то мы можем пользоваться вот этой научной площадкой. Давно известно, что сейчас в науке, в том числе в нейрофизиологии, в когнитивных науках, никакие открытия не делаются в одиночку. Нужны большие коллективы, нужны ресурсы. Нужны человеческие ресурсы и нужны материальные ресурсы. Вот я думаю, что с участием НОЦ вот это объединение будет идти, происходить более эффективно.